Все, никакой пощады. Все, пошел под лютейший. Я, блядь, сломаю наушники. Да ну! Да блять нахуй! Жизнь штука тяжелая! Я думал, это жесткая тема, это что-то. На, с ракетницы. Стой! Опа. Да дисбаланс, давай ты расслабишься немного. На, накормил обоих! Ну и тут, естественно, приходит Виктор, как бы. Да-да! Сука, блядь. То иди ты со своей лопатой, Лёня. Блядь, как попасть в Савика? Вы друг друга шлёпнули? Он первый начал, я не виноват. А с чего? Ты просто рукой, ты ходишь рукой вверх смотришь, у тебя даже оружия нет никакого. У меня не было дробовика. Сюда! Это нормально было, это нормально было. Тёма. А чё, как ты себе первого не умираешь, я не понимаю. О, как? боже! Стой! Не видит сзади ничего. Хорошо. По башке настучал. Да-да-да, это сзади тебя душит. О, смотри, что он троих подряд уже. Опа, опа, Витёчек, здорово. Пиздуй из дробовиков. Ну тут Леонид как бы, да? В инвизе как бегает. Да. Что, на минуту 40 осталось? Чел, постой, постой. А, ты невидимый здесь. А кто на крыше сидит, крысит? Савик. Это Артём. Нет, это Борис там. Все, у него цель взять Авик и на крышу. Прыгай сюда, будем драться как мужчины. Оп. На. Это был не мужской поступок. Никакого перчика. Просто без шансов. Дисбаланса сюда, а это кто? А это Леонид, это с ним так не просто. Меня уже второй раз спавнит за дисбаланса. Стой. Да, нормально. Боря. Эх, Боря. У нас дуэль была. Надо брать гетто. 8 секунд, одного сюда еще мне. Предлагаю всем спрятаться. Да. О, как ты это сделал? Чел! На 5 секунде двоих! 22 ассиста, я просто более командный игрок, чем ты. Это смерти. А, да? Это вообще усыпил бдительность нашу, а как только начался на запись, игра сразу начала. Усыпил. Ага, 3 хп оставил, слышь, Гет? Не тот перчик, о! Который стреляет. Ни хрена ты крутишься. А, по помидорами какими-то бахает. Боря! Сюда. Господи. Нормально бы забавились с тобой. Вообще жесткие стрихи. А, ты без пуль. А, нет, ты с пулями. Это обман был, чтобы набрать классы. Так, понимаю. Тупо не отпускают со всех сторон. Вижу, но каким-то образом на первом месте. Откуда? Ну, я за тобой бежал. А ты еще в арморе был, что ли? Я не понял. Плохо резнул. Один домик. Да что меня кусают со всех сторон, я даже не понимаю. С армором, Борис, да? Ах ты ж мышь. А, вот. Лёня, за шо? Так я видел тебя с бочей. Так, армор. О, чел, да вы такие эры нереальные даете? Какая крыса, это пиздец. А, бежишь в спину, мне сидит там, на звук играет волюм 10, блядь. Не, по волюму. Леонид, да ты человек или животное? А нормальная дистанция для дробовика, да, дисбаланс? Я не знаю, вроде норм. Так. А, Витя, понимаю, все, а это не Витя. Нет, это не я был. Выходи. Я не могу, я не могу. Выходи. Так, не. У тебя там на крыше что-то есть или нет?
Блять, пули закончились. Вы друг друга убили? Да что ж такое? Оу! Это где дед? Найт зарезала. Тут и цик. Не-не-не. Да-да-да. Стой! Не уйдешь. А где ты есть вообще? Меня сзади уже тут. Лёня! Я с тобой там всё. Закрутил, так я с тобой бегаю, как придурки по кругу бегаем. Нет, нет, это я за, ты за другим бегал. А, понял. Можно разумнуть. Ну да, сам вот Дион. Наконец-то! Я уже даже из строки вышел. Ой-ой-ой-ой-ой, понимаю. У тебя там машина ездит сзади. Слушай, ну я борьба... На дальнем плане, там на дальнем плане ферма, на которой вы только что играли. А, даже так? Ты знаешь, что такая игра, что я не успеваю подумал, замечать тебя. Вообще, что у нас там на переднем плане, что на заднем. Опа, здорово. Конечно, гид. Только не возьму, если можешь убить. Какой не убить? Да ну, это просто папа. Не смешно. А, там... Сейчас, так, кто в инвизе? Кто в инвизе? Я. А тут есть инвиз? Ну, я умру. Чел просто задрот. Без пуль, мужик! Чел задовал. О, Лёня, нифига ты мне дал на самом деле на развороте. А где мой револьвер? Ты забрал его себе? Да, я забрал его. А. Так кто меня лупит? Да, так-то. А давайте лучше мне. Есть! О. То, что нужно. Так, Артём, я тебя подкидил в конце. Нормально, спасибо. Чтобы ты где-то обогнал. Я хуже это забрал. О! Шутер это не мое. Вот это поворот! А, нет, я не худший! Я не худший! Классные ножки, мужик. Спасибо. Perfect. Все, все здесь. Рванули. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Душка пошла моментальная. Дай шанс. А ты видишь меня? Естественно, ты видишь меня. Хитрый гет. Здорово. Пока. Тёма! Ты не понимал, куда я по тебе стреляю? Нет, нет. Понял. Ага, понял, Борис, крыса. Кто, короче, на крыше, тот не человек. Принято. Одного, второго, чё это вы, ребята, тут боретесь? Троих сюда! Ну вот как ты с одной убиваешь? Вот ну, потому что... Что да, надо? Просто я жёстче, всё, смирись. Да всё, завали, чел. Подождите, я сделал с коровой какую-то темку. Чё да, это? Кинул. Молик? Ничего себе! Слушай, у меня уже можно хобби... Боря! Когда меня будет спрашивать, Сон, какое у тебя хобби? Ебашит дисбаланса в спину. Опять? Здорово. Как это вообще возможно? Приятель дисбаланс? Нет, это не он. Или он? Это он был, это он был. Ну как, Леонид? Гет, на лопатах, гет! Да не знаю. Понимаю. За что? С автомата. Как он вообще стреляет? У него вообще непонятные раны. Что, блять? Там, я не знаю, там зажим как что-то двигает. Поздно, поздно. Да-да-да, но было и поздно. Ах, чё? А, понял. У меня эта карта БТВ. Выкрученная. Фул красная. Красиво было. У меня фул красная вообще. Все, это дикий запад, мужики. It's high noon. Чел, ты где сидишь вообще? А где люди? За ящиками, я... Он за ящиками сидит, я Борис... его подойду. Ай. Борис в конце карты. Не, Алик реально опаганка. Отдай, не стреляй с моего ревика. Там три уже, уже три. Блядь, жаль. О, сюда! У него лук, он Рэмбо. О, сюда! Я так не понял, как это стрельбы работает? Я тоже не понимаю. Прощу! Ну на пятку с ракетницы, вот ой, так. Ой, господи, вот. Позор. Здорово. Я испугался тени. Ой-ой-ой, кто-то мне в бочину. С лопаты бьет! Куда, 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 кто-то мне в бочину с лопаты а бьет. Ты еще фулл арморный такой, жирненький. Да, да. Плотненький. Тёма. Думаешь? Нет. А вы не против, я просто к собой... А, ну тут да, дис... да, да. Дисбаланс я только могу в спину убивать, по-другому не получается. Получается так. Мужик с лопатой, остановись! Спасибо! Да, Макс! Мужик с лопатой, стой! Да дисбаланс, ну что за... Грязюка. Хоть раз тебя убил, блин. Ты несколько раз меня убиваешь. Плевать. Ну одну я забрал.
Сейчас будет. Не подвел машиностроительный завод.